Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале с хорошими новостями о проекте InfiniAI. В чем эти хорошие новости заключаются? Самое главное, что вчера у Алексея Фомина, о котором, ну, я уверен, все мы знаем, кто интересуется данной платформой, состоялся разговор с одним из хозяев этой платформы, с Джейсоном. Вот он в домашней обстановке. И он дал определенные пояснения, которые еще раз доказывают, что эта команда InfiniAI, пожалуй, даже лучше всех нас знает, что нам надо. Вот в чем самая хорошая новость. Джейсон, вот он, это на праздновании успеха платформы DS Domination. Вот эта тройка лидеров и владельцев данной платформы, так же как и платформе InfiniAI, Джейсон рассказал о следующих новостях. Самое первое и основное для тех, кто уже вступил в эту платформу, оплатил статус за 50 там или за 150 участия доступа к платформе, но из-за того, что сайт еще в бета-версии, то есть не весь функционал доступен, они приняли решение, что продлят срок доступа к платформе. То есть конкретных сроков он не назвал, с какого числа будет это отсчитываться, вот продление, да? Допустим, люди в декабре вступили, оплатили статус, но из-за того, что Springboard не работал нормально, они не смогли производить продажи. Именно вот этот основной момент, то, что люди сюда пришли не для того, чтобы строить пирамиды, скажем так, а для того, чтобы реально торговать и реально зарабатывать, в компании есть четкое понимание. У основателя есть четкое понимание данной ситуации, и они решили, уже это вопрос решен, и просто по числам, с какого числа, как, может, будет это по отдельности для каждого участника отсчитываться. Вопрос в процессе решения, но раз люди заплатили, они должны иметь возможность заработать. Вот такой подход у основателей компании. Другое, опять же, касаемо вот этого момента, и по количеству товаров. Во вчерашнем ролике я сказал, что информация противоречивая. Вот сколько наименований и сколько единиц товара можно приобретать на том или ином статусе. Вот на этих двух. В основном это касалось начального статуса Prime. Девушка по имени Светлана в комментариях мне написала, что на данный момент она купила 15 единиц и все, и больше не может купить. Ну, с 15 единицами $50 не отобьешь, скажем так. Это понимание в компании есть, и они тоже, вопрос уже решен, что недокупленные товары, которые были недоступны по их вине, можно будет по количеству и по единицам докупать вот в этом продленном периоде. Это тоже одна из новостей. Следующая новость, о которой я очень обрадовался, как только услышал, вот этот парень на заднем плане по имени Хитеш, индиец по происхождению, но он живет в Штатах. И, ну, лично у него, допустим, феноменальные успехи на этой платформе. Реактивный свой самолет
Это я просто к тому, что ребята и девчата, вот они не нуждаются в нашей сотне долларов. Будьте уверены. Они строят настоящий, крупный, продвинутый бизнес и хотят сделать так, чтобы многим этот бизнес был доступен. Вот этот парень Хитеш, они все, в принципе, активно общаются со всеми участниками и, как сказать, на нем, так скажем, возложена обязанность обеспечить именно вот этот PayPal для тех, кто не может зарегистрировать свои аккаунты на Амазоне и eBay, чтобы достичь вот этого реактивного уровня. То есть все то, о чем я говорил, мол, я вот уже начал создавать аккаунт для того, чтобы зарегистрироваться через родственников в Америке, это все отпадет. Предварительная версия этой схемы такова. Допустим, кто-то в Соединенных Штатах регистрируется на этих площадках, на Амазоне, на eBay, на Баназе. То есть реальный житель Штатов регистрируется, и а торговлю делаете и вы, производим мы. Ну и там типа кооперации, там распределяется доход между ним и вами. Площадка Infinii выступает как бы третьей стороной, гарантирую, да, что вы напрямую, допустим, с этим человеком не можете и не должны договариваться. То есть автоматически этот человек подключается к этой площадке, вы подключены уже, и вот этот реактивный самолет, распределение доходов, полученных на вот этом статусе, опять же, через эту площадку распределяется между ним и вами. Ну, скажем, 50 на 50. Это тоже такие, ну, проценты, к слову, сказаны. Но происходить будет именно так, и над этим сейчас, уже сейчас программисты работают. Мы еще тут, я, например, даже пакета не купил, платформы доступа за 50, кто-то на 50 потихоньку учится, а они уже нацелены на то, чтобы всем нам был доступен вот этот уровень. Это просто прекрасно. Люди понимают, основатели понимают, для чего сюда приходят люди. Не строить всякие пирамиды и хайпы, а именно зарабатывать в интернете, зарабатывать на торговле. Так, четвертая новость. Я уже говорил, что мы не аналитики, не маркетологи. Всю эту заботу за вот такую вот плату, такую, взяли на себя создатели этой платформы. И согласно их исследованиям, на цифровых продуктах, то есть на продаже, перепродаже всяких программ и прочее, на данный момент можно заработать намного лучше и больше, чем на обычных бытовых товарах. И сейчас они усиленно составляют список, скажем так, чтобы было нам всем понятно, список цифровых продуктов, которые всем нам будут доступны для продажи на этих площадках. Опять же, они отбирают все самое ходовое, все самое продаваемое для того, чтобы все участники имели успех, и от успеха участников зависит успех и самих создателей платформы. Это еще одна новость. Следующая, это то, что в кабинете будет статистика продаж. Из кабинета сайта будет доступно увидеть статистику продаж всей структуры, включая, ну, естественно, и ваш. И это, опять же, ну, само по себе это уже обучение. Вы видите, какие товары продаются, за сколько времени это продается. И
будем учиться именно электронной коммерции, анализируя продажи и видя полностью всю картину. Что еще хотел сказать? На данный момент, опять же, это я говорю не от себя, а вот по итогам встречи с Джейсоном Алексея Фомина. Сейчас такой ими произведен такой вот анализ. На пакете в $150 участникам доступно 50 продуктов, с которых по статистике сегодняшней осуществляется около 10 продаж в день, и прибыль составляет от 50-60 до $60, где-то в этих пределах. Это в том случае, когда сейчас мы все, ну, все мы знаем, что вся эта платформа еще в бета-версии и не полностью работает. Не полностью она работает, но такая статистика ими уже учитывается и производится. И исходя из этой статистики, опять же, еще раз можно их похвалить, эту команду. Они уже сейчас вырабатывают систему, которая будет выглядеть именно так. Человек просто, вот ему надо, он говорит, я хочу там заработать, ну, заходя на сайт, я хочу заработать там в месяц вот столько-то долларов, допустим, 1500-2000 долларов. И ему сразу предлагается вариант, чтобы для заработка вот столько денег в месяц, вам надо иметь столько-то продуктов в таких-то категориях. И, допустим, вот, естественно, по подсчетам это вот в такую-то сумму вложений. То есть получается, ну, приближение к тому, что мы привыкли, вот как типа хайпа, да, типа вложения. Они сейчас и такой вариант прорабатывают, основываясь на статистике продаж. И это намного облегчит именно нам работу в том плане, что в оценке своих возможностей. То есть, если у вас есть возможность, допустим, вы хотите заработать 1500-2000 в месяц, но вы будете видеть, что для того, чтобы заработать столько, вам, например, ну, я не знаю, это будет все подсчитываться, но там вам надо будет вложить, к слову, $1000 в месяц. То есть, понакупить товары на $1000. Весь этот товар подлежит возврату. Тут тоже риск, ну, нулевой. Если он не продастся, вы можете вернуть свои деньги. Но, еще раз повторюсь, они подбирают тот товар, который продается. Другой товар им сюда пригонять на свою платформу смысла нету. Смысла нету. Все будет продаваться просто в разные временные интервалы. Это еще одно новшество по результатам. Еще раз повторюсь, это не секрет, естественно, встречи Алексея Фомина вот с Джейсоном, с одним из основателей этой платформы. Вот он, на праздновании успеха TS Domination. Ну и вот, пожалуй, и все новости на сегодняшний день, на 10 число, на 10 января. Запуск полноценный не откладывается. С 15 января платформа будет работать в полную силу, в то, что нам обещают. И я очень надеюсь, что нам с вами удастся здесь хорошо заработать. И приглашаю в свою команду, просто если кто-то хочет попасть ко мне, мои контактные данные, реферальной ссылки у меня нету. Я набираю людей по принципу, чтобы именно они понимали, как мы будем работать. Об этом есть ролик на канале. Вот он. Можете посмотреть, если вас устраивают такие возможности. Милости просим. На этом все. Всем удачи, всем пока.
С вами Феликс.